Может быть, есть какие-то, в которые я не играл. А я много во что не играл. Ну ладно. Так, чё, продолжаем, короче. Продолжаем. Постараемся уничтожить его. Я пока не понимаю, что делать. Мне кажется, надо в рот ему гранаты закидывать. Вот. Для этого у него надо стрельнуть. Он типа открывает свою пасть и туда закинуть гранату. Ну, мне кажется. Там бегают эти зомби-фашисты. Они мешают. Так, чё, поехали. Вот, да? Да. Мы, как всегда, с тормозами. Потому что вот так вот. Я играю с ноутбука. Извините. И за кашель, и за тормоза. Ну, я вон собираю там, короче, на новую ЭВМ. Вот. Так что, может быть, соберу. Так, короче, я стреляю. И кидаю ему гранату в пасть. Давайте так попробуем. Ой-ой. Видите, он... Оп. Он меня, это, обижает. Да, еле успеваю присаживаться. Ой-ой. Вот это меня раздражает, конечно. Так. Спрячусь-ка я как-то. Спасибо. Не успел присесть, точнее, кнопку не успел. Да ё-моё, то и... Ладно. Извините. Да... Да нахрен мне это ваше... Эй. Я не знаю. Да пошли вы со своей сложностью игры.
Да ё-моё. Прям по мне, да? Ага, они вылезают из ниоткуда, короче, эти фашисты. Сейчас. Ой-ой. Ой-ой. Спасибо. Ой-ой. Ой-ой. Полез-ка я. Спасибо. Ой. Так, у меня проблемы со здоровьем. Аптечка, аптечка, аптечка. Почему он не красный? Ему типа в пасть надо стрелять. Понял. Блин. Короче, ему надо именно в пасть стрелять. Ладно, сейчас пойду пособираю. Пока он это не агрессивный. Вот, а потом сейчас возьмем и сигнальным этим пистолетом, короче, ему зарядим. Вот этим. Давай. Давай, давай, посмотри на меня.
Ну ладно, там сами разберетесь. Блин, не ту кнопку нажал, не присел. Ну сколько можно по мне лупсовать-то, ё-моё. Почему не взял? Звали его. Да, сука, меня бесит это. Какого хрена он переключает меня на оружие, которое, у которого нет патронов? Хрен ли ты тогда переключаешь на него? Говно. Ой-ой. Получай. Пойду-ка я. Там куча этих зомби. Спасибо. Побей их пока. Опа. Отлично. Напишите мне в чат, какой я молодец.
кто-нибудь? Кто там? О, автомат в воздухе. Сейчас я все соберу. А откуда эти звуки? Это кто там? Это наверху? Куда идти-то? Блин. А, о. Ну и чё? Чё ты потеряла? Контроль? Ну давай пока. Естественно, столько людей умерло. Конченая. You don't understand. You never were in control. Опа. Пу-пу-пу. Jesus Christ. Nazi bits fucking everywhere. Here he is. Fergus. Come on. Give me a hand, you lazy bastard. How's the head, Blazkowicz? How'd you find me? We got a distress call from Pippa. We found her body. They got Wesley too, Fergus. Bloody hell. Come on, miss. We have to get you out of here. Yeah, listen, Blazkowicz. We can't change what happened. You did a hell of a job finding that folder. Я надеюсь, это не конец игры. We bloody got it. Can you believe it? There's this dream. Something important. It's gone when I wake up. No time for dreams, I guess. Ah, damn it! Forgot to take a piss before we left. Why didn't you remind me, Blazko? I look like your babysitter, Fergus. Fuck it. Сейчас на нас нападут. Almost there. You sure killed that big fucking monster proper, BJ. The biggest one is still out there. This may be our last chance to topple the Nazi Empire. Now it's time to get it done, eh? And the world is counting on us and all that. No pressure. Except for my goddamn bladder. Dies, no matter how many times you kill it, just sheds its skin and changes form. Это точно. I feel the weight of the world pushing me down. I try to carry it nonetheless. One last time, then I can rest. В смысле? Блин, ну что это такое? Это конечно.